22 июня называют самым длинным днем в году, ведь 82 года назад он начался в 4 утра по московскому времени. Без объявления и всякого предупреждения немецкие войска напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. В знак памяти о самой страшной вехе в истории нашей страны волонтеры Подмосковья провели традиционную акцию «Свеча памяти». Каждый год они, начиная с 2 часов ночи, выкладывают каждый раз какую-то новую, интересную и событийную картинку с помощью свечек. В этом году картинкой стал неизвестный солдат. На портрет бойца Красной Армии ребятам потребовалось более 300 свечей. Благодаря именно солдатам рядовым мы одержали победу в Великой Отечественной войне. И сейчас это мы показываем поддержку нынешним солдатам. Участие в ежегодной акции памяти приняли не только волонтеры. Несмотря на раннее утро, к вечному огню пришли неравнодушные жители близлежащих домов. Память погибших солдат-красноармейцев почтил и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Иванов. Это одна из самых страшных трагедий, которая случилась в нашей стране. Давайте помнить, передавайте своим детям, внукам, будущим поколениям об этой страшной трагедии, чтобы помнили и знали, что наша страна непобедима. Акция «Свеча памяти» прошла не только в Химках, но и в других городах Подмосковья и всей страны.